Четкий шаг и строевая выправка плечом к плечу в последний раз. В таком составе курсанты ВИПФСИН вряд ли соберутся вновь. Уже завтра они разъедутся по всей стране. С дипломами, которые получили сегодня в Вологде на площади Революции. Сегодня в Вологодском институте права и экономики ФСИН России знаменательный день. 34-й выпуск молодых специалистов. 157 выпускников будут направлены для дальнейшего прохождения службы территориальные органы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Да, мы с ними обсуждали, смотрели старые фотографии, первый, второй курс. Вспоминали, какие они сюда пришли 5 лет назад, как вместе с нами росли, как окреплялись, оперялись. Конечно, жалко, но будем надеяться, что наш труд не пропадет даром, и все они успешно в своих органах продолжат свою службу, ну и дорастут как минимум до полковников. Кителя с иголочки на руках, белые перчатки. Уже взрослые, готовые к службе сотрудники легко выполняют перестроения, предусмотренные уставом. Для родителей, которые едва сдерживают слезы, они все те же дети. Для почетных гостей – настоящие офицеры. Вы должны помнить, что ваш институт является не только лучшим в системе Вологодской области, но одним из самых лучших в Российской Федерации. Где бы вы ни были, я прошу вас помнить ту землю, тот город, тот институт, который выпустил вас в большую жизнь. Ивану будет что вспомнить. Лейтенант Смирнов за отличную учебу получил красный диплом, имеет достижения в науке и даже был участником официального приема при президенте страны. За такое усердие к службе в подарок памятные часы с вологодской символикой. Орган у меня Республика Карелия, направлен я туда. Вот так. Ну, согласно нашей специализации воспитательной работы с осужденными, скорее всего, в воспитательном отделе буду. Вот, в колонии. Везде являются докторами душ, с той вологодской душой, которую нигде ни с чем не спутаешь. И поэтому ребята становятся настоящими наставниками, помощниками тех осужденных, которые должны встать на путь исправления. Кто первый поздравляет, подносит левое плечо. Кто первый поздравляет, тому денежка больше. Вот. Это традиция, о которой каждый курсант узнает еще в начале своей учебы. Откуда она произошла, многие объяснить не могут, но точно знают. Не дашь вытянуть денег из-под погона, легкой службы не жди. А вот новая традиция для выпускников Вологодского института права и экономики. В честь праздника они выпускают на свободу голубей. 34, как и количество выпусков за историю института. А еще исполнить вместе песню о чести и отваге, которыми обладают офицеры. Другой ритуал – прощание со знаменем, священным стягом, достойным самого низкого поклона. В последний день июля в ВИПФСИН пройдет еще один выпускной для курсантов-бакалавров. Почти что через месяц, потому что мы бакалавриат, нам немножко удлинили. Вот, и когда смотришь на выпускников, немножко зависть, ну и радость за них. Это уже, получается, дипломированные специалисты. Бакалавров ждет точно такая же церемония, только в стенах института. Еще 70 специалистов получат дипломы и скажут те самые заветные слова, которые произносят в конце торжественного марша все выпускники ведомственных вузов. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.